В ефірі студія «Репортери», я і ведучий Юліан Аксьонов. Сьогодні поговоримо про дуже болюче питання погіршення епідеміологічної ситуації в Одеській області. Мій сьогоднішній гість – Едуард Стась, депутат Одеської міської ради та представник політичної партії «Європейська солідарність». Вітаю вас, пане Едуарде. Добрий день. Ми знаємо, що раніше в нас був показник 463 людини на 100 тисяч населення, показник захворюваності. Зараз це 593 на 100 тисяч, відповідно. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чому такий різкий ріст? Да, ситуація, к сожалению, у нас резко ухудшилась, особливо последние несколько недель. И если говорить сухим языком цифр, то я вначале, в общем-то, хочу их привести. На сегодняшний день количество заболевших коронавирусной инфекцией составляет 14534. Из которых 6270 – это одесситы. Только за прошедшие сутки было зафиксировано 160 новых случаев, из которых 117 – это жители города Одессы и 43 – жители районов области. Статистика, как мы видим, неутешительная, потому что болезнь эта не щадит никого, ни стариков, ни детей. Болезни подвержены все возрастные группы. Если мы говорим о детях, если раньше вот в самом начале, помните, в начале года говорили, что дети наименее там подвержены коронавирусу, то сегодня мы наблюдаем картину, когда 19% вот из того количества человек, которые я назвал, это составляют дети. 90 классов сегодня находятся на самоизоляции по Одессе. 99 учеников заболели подтвержденно коронавирусом. 16 учебных заведений находятся на дистанционном обучении. Это о чем-то говорит. А говорит это прежде всего о том, что власть абсолютно, как центральная власть, так и местная, не подготовилась к так называемой второй волне коронавируса. Мы в свое время, когда поставили, помните, вот в начале года там, экономику на стоп-кран, принимали жесткие карантинные меры, вводили ограничения на въезд, на выезд. Каждому прибывающему там устанавливали эту программу ДИА, и специальные, значит, инспектора отслеживали этих лиц, прибывающих на территорию Украины путем осуществления звонков соответствующих. То сегодня многого этого мы не наблюдаем. Мы видим, что сегодня больницы, городские больницы в городе Одессе, сегодня так называемые опорные больницы, которые должны принимать ковидных больных, отказывают в госпитализации, и скорые на сегодняшний день, они вот как такси, да, возят этого несчастного больного и не могут его устроить. Пятая больница, которая находится на Ридерсовском бульваре, бывшая третья больница, сегодня заявляет о том, что она загружена и мест нет. И вы знаете, на прошлой неделе меня глубоко поразил пост Екатерины Нажевниковой. Думаю, не надо ее представлять, кто такая Екатерина Нажевникова, ее корпорация монстров, что они сделали, в общем-то, для города. И я, в общем-то, ужаснулся вот тем аудиозаписям, которые она опубликовала у себя на странице Facebook, когда невозможно было устроить больницу 70-летнего старика, и работник скорой помощи расписывался в своем бессилии. И вот ее призыв, крик души, можно так сказать, который, в общем-то, был обращен и в адрес министра здравоохранения Степанова, и в адрес мэра Труханова, говорил о том, что мы отправляем стариков умирать. И если сегодня нет мест в городских больницах, которые должны принимать этих ковидных больниц, то, может быть, надо было бы думать о расширении вот этих вот перевалочных, там, сортировочных там, больниц, увеличить количество койко-мест. Но, опять же, проводятся брифинги. Министр охраны здоровья Максим Степанов торжественно, значит, заявляет о том, что
ну, по сути, вот наблюдается некое такое самовосхваление. Да? Количество тестов увеличилось у нас. Раньше, если делали там, 200 тестов в день, то сейчас в 150 раз увеличили, там делается 30 тысяч тестов в день. Но опять же, это манипуляция цифрами. Потому что нельзя сравнивать нужно минимум с минимумом, а максимум с максимумом. Так нас, во всяком случае, учили в школе. И если раньше, в общем-то, максимальное количество тестов достигало 1000 тестов в день, а сегодня 30 тысяч, это означает, что всего лишь в 30 раз увеличилось количество тестируемых. Кроме того, у нас процент выявленных среди протестированных составляет свыше 11%. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения этот показатель должен быть не менее 5%. Чтобы достичь этого показателя, нам на сегодняшний день, вот в нынешней ситуации и с нынешней статистикой, сегодня уже нужно проводить тестирование порядка 55 тысяч, 60 тысяч в день для того, чтобы качественно выявлять и не давать возможности распространяться этому страшному заболеванию. Все ж таки, повертаючись до Одеси, до нашої ситуації, ми розуміємо, що причина цього росту – це і помилки людей, які несвідомо відносяться до приписів МОЗу, як то там носіння масок, соціальні дистанції та інше. І так це єдина рекомендація, по суті. Носите маски, соблюдайте дистанцию. Іншого пути немає, як казав тот же. Але ще багато залежить від влади місцевого та обласної. На ваш погляд, були помилки з їх боку? Конечно, как бы ошибки присутствовали и присутствуют. И то, что мы наблюдаем сегодня, это следствие того, что мы не воспользовались уникальной возможностью, которая нам была предоставлена и в виде вот той отсрочки по времени. За это время необходимо было развернуть большее количество лабораторий. На сегодняшний день, если взять Одессу, то мы видим, что единственная лаборатория ПЦР-тестирования, которая проводит, это на Старосенной площади. Та лаборатория в противочумном институте, она временно не работает. Новая городская лаборатория, которую планировала запустить городская власть, она заработает, ну дай бог, чтобы заработала, в лучшем случае там, месяца через полтора. Кроме того, с коечным фондом. Коечный фонд, даже если он есть в необходимом количестве, а у нас его сегодня, как мы видим, катастрофически не хватает. Вот я уже сказал, 5-я больница переполнена. С четверга прошлой недели начала принимать еврейская больница. На этой неделе планируют открыть для пациентов с ковидом 10-я больница. Свои стены. Коечный вот этот фонд должен быть оснащен квалифицированным медицинским персоналом. А с этим у нас тоже сегодня проблема. Потому что врачи жалуются на то, что было им когда-то там обещано, это не выполняется. Те надбавки, которые им когда-то были обещаны, там 300% там надбавка, да, они в глаза ее, в общем-то, пока еще не видели. Но кто-то зато в высоких кабинетах рапортует, что мы подняли заработные платы, а этого на самом деле нет. Кроме того, не проведены, опять же, правда, это не вина города, это по линии здравоохранения, да, не проведены торги государственные закупки необходимого медицинского оборудования. Я имею в виду вот те же самые аппараты искусственной вентиляции легких. Но почему-то упор у нас делается на закупку компьютерных томографов и ангиографов для опорных больниц. Вещь, конечно, тоже нужная, тоже необходимая, но не в таком количестве и не по той цене, которая заявляет. А ИВЛы, ну, во-первых, там медицинско-техническое задание, которое сформулировало Министерство охраны здоровья,
оно не подпускает к участию в этих торгах. В этих торгах даже такие ведущие мировых производителей этого оборудования. У нас не хватает на сегодняшний день кислородных станций. И это еще одна проблема, которая сегодня всплыла, потому что Киевский кислородный завод, который снабжал кислородом Одесскую область, сегодня заявил о том, что прекращает поставки в силу того, что возросла потребность в кислороде в других регионах в связи с увеличением заболевания. Одесский припортовый завод, который выразил когда-то желание там, помочь в этом вопросе, который обладает технически, может производить технический кислород, и ему нужно было его довести до качества медицинского кислорода, так и не получил разрешения от государства на это. Да, и кислород, и концентраторы кислородные тоже, в общем-то, не закупались в нужном количестве. Поэтому это все звенья одной цепи. То есть мы не развернули нужное количество лабораторий, мы не увеличили количество коечных там мест, мы не закупили необходимые кислород и не поставили кислородные станции. И сегодня ведем переговоры с Днепром на поставку кислорода. Чем они закончатся, неизвестно. Ви казали, що був час, коли ви мали на увазі, мабуть, ту ситуацію, коли перекрили кордони, а в нас було таке відносне затишшя. І всі розслабились. Розслабились, але місцева влада каже, що час був, але все ж таки, враховуючи об'єм замовлень по всій Україні, ми не встигали. У нас ніколи не було подібної ситуації, в нас не було таких спеціалістів, реактивів для виявлення коронавірусу. Ці слова правда чи це намагання виправдати себе? Я думаю, скоріше, це бажання, в общем-то, оправдати свою бездіяльність. Я би так мог сказати. Потому что вот то, о чем я говорю, и то, что не только я говорю, я ж не истина, как не последняя инстанция. Любой эксперт, который более глубоко разбирается в этой теме, чем я уже вынужден, в общем-то, стал разбираться, поскольку до эфира я вам сказал, что да, снаряды, если рвались где-то рядом в соседних окопах, сегодня рвутся буквально рядом с тобой. Сегодня, когда мои близкие, мои знакомые подхватили эту болезнь, они звонят, естественно, мне просят там помочь устроиться. И на сегодняшний день вот размещение, такая ситуация сложилась, вы знаете, что разместить больного, сегодня придется попотеть. И поэтому больные сегодня в ручном режиме размещаются. Размещаются волонтерами, как той же самой Екатерины Нажавниковой. Размещаются как-то по знакомым, по связям, через депутатов. Очень тяжелая ситуация, и мне кажется, что мы идем по какому-то такому нехорошему итальянскому сценарию, и если сегодня не предпринять достаточные меры, та статистика, о которой мы говорили с вами в начале передачи, да, она значительно увеличится. Если у нас на сегодняшний день 218 летальных случаев, то я боюсь, что эта цифра будет с каждой неделей становиться все больше и больше. Ви депутат Одеської міської ради, людина, яка знає ситуацію ззовні, так би мовити. Скажіть, місто все робить, що можливо, а особливо у частині виділення коштів? Я думаю, что все-таки город делает достаточно много в этом направлении. Понятно, что нам хотелось бы больше действий там каких-то. Но сказать, что используют все возможности, нет. Здесь есть, как говорится, палка о двух концах. На самом деле вся нагрузка вот финансовая на сегодняшний день как раз и легла на места. Государство у нас создала так называемый этот COVID-фонд централизованный, там, вы помните, для борьбы с коронавирусной инспекцией, саккумулировав туда значительные, в общем-то, значительные деньги, порядка 65 миллионов, но и оторвав их, соответственно, от других направлений, буквально залезли в карман, в
том числе и в местные бюджеты. В том числе и местный бюджет. То есть часть денег из местных бюджетов, да, мы вот так радовались, децентрализация, больше денег остается. Сегодня государство положило в этот фонд деньги, в том числе из местных бюджетов. Оторвало от других направлений, оторвало от культуры, пересмотрев, в общем-то, там бюджет. Как же расходуются эти средства на сегодняшний день? Вот здесь возникает вопрос. Давайте поинтересуемся. И вот мы сегодня, мы, я имею в виду, кто это, партия «Европейская солидарность», вот, народные депутаты, фракция «Европейской солидарности» в парламенте ставят вопрос, что сегодня, пожалуйста, отчитайтесь о расходовании средств из этого фонда. Потому что мы сегодня видим, что половина средств из этого фонда было направлено на строительство дорог. Великое будівництво, так. Великое будівництво, да. Вещь нужная, необходимая, но, наверное, в другой ситуации не совсем ко времени она. То есть я всегда привожу аналогию. Когда, допустим, кто-то из родных или близких заболевает в семье, и лечение требует дорогостоящего лечения, в этот момент, наверное, не затевают какой-то дорогостоящий ремонт, а наоборот стремятся, многие сегодня вынуждены там что-то продать, чтобы как-то выжить. У нас же все с точностью наоборот. Недавно, вот, например, тоже меня поразило, Министерство внутренних дел, министр попросил выделить там, практически там, 2 миллиарда из этого же фонда на доплату полицейским. Ребята, я с большим уважением отношусь к правоохранителям, но давайте все-таки помнить первоначальное предназначение этого фонда по борьбе с COVID-19. Нам необходимо сегодня закупать медицинское оборудование, средства защиты. Нам необходимо разворачивать, если те стационары, которые сегодня имеются в наличии, не справляются с наплывом больных, надо разворачивать, наверное, какие-то полевые госпиталя. Кроме того, у нас абсолютно не продумано, а здесь, я считаю, как раз это вот задача местной власти, продумать, как быть с теми людьми, у которых подозрение на коронавирус. Да? Их необходимо проводить какую-то работу, проводить санитарно, как ее называют научным языком, санитарно-просветительскую работу. А о какой санитарно-просветительской работе мы можем говорить, если на День города мы видим на Потемкинской лестнице 50 тысяч человек, которые пришли на празднование Дня города, и ни одного в маске. В том числе и первые лица города без масок, без респираторов, подавая тем самым пример, как к этому нужно относиться. Поэтому вот такие вещи, они в голове не совсем укладываются. И то, что вы говорите, да, город что-то делает, но он может и должен делать гораздо больше. Как город, так и, соответственно, Министерство здравоохранения, которое по роду своих там, задач, это основная его функция – охрана здоровья населения. Сегодня мы этого как-то вот с министрами последнее время, последний год нам тоже не сильно-то везет. Ну, глядя на то, что министр здравоохранения принимает участие в том числе в местных выборах, в общем-то, являясь первым номером партии «Слуги народа» в Одесский областной совет, да, ну, понимаешь, что вот либо человек уже готовит запасной аэродром для себя, либо просто привлекает электорат путем, в общем-то, своего, вот, как это сказать, за счет медийности своего лица. Мне понравилось вот интервью было с господином Степановым изданию «Левый берег», и он, в общем-то, на этот вопрос журналиста ответил так, что он не видит ничего страшного, и эта должность депутата областного совета не та должность, которую нельзя совмещать с иной профессией. Ну вот, как-то прямо так и действительно видишь, такой вот министр, трудоголик, будет на два города работать, разрываться, ездить туда-туда, качественно выполняя свої обов'язки, і як міністра, і як депутата обласного совету. Ми ще з вами не поговорили про дуже актуальну тему, проблему транспорту, особливо для мешканців Суворовського району. Якось так стається, що місцева влада показує нам, що у трамваях, тролейбусах дуже жорстко регламентують кількість пасажирів, немає, так би мовити, стоячих не беруть, але ми бачимо ці кілометрові черги. Там люди без масок, ні про яку соціальну дистанцію мова взагалі не йде.
Департамент транспорту та зв'язку, так особисто мер, не можуть знайти слова для перевізників, що хлопці, ну дайте хоч би зранку розвантажити це, дайте додаткові автобуси. Да, як там? Надо, звісно, одним із путей рішення цієї проблеми – це увеличення подвіжного составу на лінії, для того, чтобы как-то разгрузить и больно смотреть на те километровые очереди из людей, которые не могут попасть. В то же время и люди, и население тоже должны понимать, что те правила, которые установлены, то есть ношение масок, соблюдение дистанции, это не выдумка и не чья-то прихоть, и ее, в общем-то, необходимо придерживаться. И для того, чтобы заболевание это не распространялось вот с той скоростью, да, как мы наблюдаем сейчас, необходимо как-то замедлять этот процесс. А замедлять можно будет только тогда, когда люди осознают о том, что болезнь – это страшная болезнь, это уже рядом, не где-то там кто-то болеет, и мы читаем статистику каждое утро в средствах массовой информации, а беда уже рядом. Поэтому от того, как ты относишься к этому, как ты соблюдаешь элементарные требования и правила там, гигиены, зависит в том числе наша общая победа над этим недугом. Я дякую вам, пане Едуарде, за таку фахову бесіду. Я нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був Едуард Стась, депутат Одеської міської ради. Говорили ми про ситуацію з COVID-19 на Одещині. Я нагадую вам, що хвороба хоч і невидима, але дуже небезпечна. Будь ласка, бережіть себе та залишайтесь з репортером.